Парни, всем привет! И презентируем вам отреставрированную Яву Сашки Челябинского. С Тимуром они ее с сентября месяца полностью перебрали. Мотор, ходовую, новые выхлопные. Стояла она по колено, как говорится, в воде, там все в воде было. Коленвал, прогнили трубы, это уже новые трубы. Все покрашено, мотор черный цвет, так Саня захотел. Оно отлично смотрится. И вот Ява 640-я. Лучше, чем новая. Тормозной диск передний, суппорт Ява. Вот так все сейчас выглядит, ребята. Зацените, напишите. Кстати, это Ява с раздельной смазкой. Маслонасос от Микуни стоит. Сейчас мы вам покажем. Пробег оригинальный 5607 километров. Она еще, Саня на ней даже еще не ездил. Пока заводить не собирается. Потому что пока не хочет в бак заливать бензин. Но запускали они ее уже. Уже был у Тимура на канале. Ровный первый дым. Осталось Яву оформить здесь на немецкие документы. Ява эта приехала из Дании в очень плохом состоянии. Но ей дали второй шанс. Так что вот, ребята, зацените. Пишите комментарии, поздравляйте Саню. Теперь Саня с Иш Планеты Спорт пересядет на Яву. Так, маслонасос Микуни вот здесь находится. Вот это что обозначает? Открывай. А, понял. Крайне, кстати, еще вот не прикрутили. Вот бачок для нее стоит. Масляный бачок. Пожалуйста, да? Тут какие-то, да, обозначения. Соло, ну, то есть без коляски мотоцикл. Е8 какие-то эти. Аккумулятор здесь. Раму ты красил сам, да? Да. Малагути. Малагути, да-да-да. Вот. Который разобран у Сани. Вот представьте себе, за эту покраску Саня отдал целый свой Малагути разобранный мопед. Так что вот, оцените вот такой щиток. Ну и будем ждать оформления и потом уже первого запуска официального. И покатушек, конечно. Так что вот такие вот дела, ребята. Короче, ребята дали вторую жизнь этой Яве. Как все восстанавливалось, Тимур с Саней с сентября месяца по февраль, вот, считай, ковырялись. То есть 5 месяцев, да, ушло? Полгода примерно. Практически полгода, да. Также ну, Саня нам помог хорошо. Саня коленвал сделал, коленвал, да. Перебрал. Ржавчина, все было. Пружинки подарил. Так что пацанам спасибо. Да. Зажигание было все за это, да? Да. Ржавевшее там ужасно. Резину ты оставил, да? Резина это. Да. Резина нормальная. Да. Барум, короче, резина. Вот. Чешская. 3,25 на 18. Ну так что вот такие дела, ребят. Давайте, всем удачи, всем здоровья, мира над головой, мирного неба. Погода сегодня вообще кайф. Всем спасибо и пока.